Клетка любви – познание, которое открыло на земле свет, радость и любовь, и дало понять, как все преобразуется по решениям свое Высшее Я. А Высшее Я будет, а через Высшее Я будет строиться структура, реальность, которая всегда созидает себя и создает творческую жизнь на земле. Здесь создается клетка любви и распространяется по всему миру, а душа человека посылает импульс из души по всей реальной структуре и главное развитие всего мира так, что из этого импульса создалось клетка воскрешения, который воскрешал людей и их сознание. А через сознание людей строится путь прямо к Отцу Небесному. Отец Небесный дает сильный импульс, что все неосознанные структуры сами себе преобразовало. И после удаления неосознанной всей структуры Отца Небесного свет создает первые клетки любви, которые созидают гармоничную личность нового мира, которому нужно открыться и верить тому, что все события настолько большие и сильные, что коллективное сознание стало слабой и маленькой, а Отца Небесный свет этим воспользовался и еще сильнее давит их так, что коллективное сознание сама преобразовало себя. Отца Небесного свет поднимает флаг, а свет показывает, что победа уже на земле. А из человека внутри или души выходит такой свет, что на земле создалась гармония с образом Отца Небесного, на котором строится новое коллективное сознание. А это время как раз и отвечает за реальность нового мира, который открывает людям творчество и созидает так, как было поставлено этот день Отца Небесного много лет назад.